А жена, дети смотрят фильмы о вас, интервью с вами телевизионные, если они... Нет, не 100%. Угу. То есть попадется, если им на глаза, они смотрят. Угу. А я специально, вот, например, наше с вами интервью, я не буду говорить, Галя, такого-то, посмотри это интервью. Я тоже этого делать не буду, потому что я уже к этому сам привык и не воспринимаю это как некое мегасобытие. В жизни. Дело не в этом. Может быть, мне нравятся те вопросы, которые вы мне задали в первой части. Мне было интересно на них отвечать. И сейчас интересно. Хотя вот на вот эту часть я уже много раз давал ответы. Ну, наверное, я думаю, что вас на самом деле достали вопросы все время про размер обуви, про авиационные кресла. Я от вас вообще не ожидал таких вопросов. Нет, такая я их и не задаю. Мне кажется, что вот этот набор должен был реально достать. А просто про семью-то вы, мне кажется, не очень любите говорить. То есть вынужденно отвечаю, сам не начну. Это все-таки такое, оно очень личное, что ли. Почему я должен выставлять это? Вы же понимаете, человек, который вышел на ринг, на сцену, появился на экране, в вашем случае уже ваша история в шоу-бизнесе есть, вы и в кино снимались. Какая-никакая есть. И уж не говоря про политику, он обречен на то, что его будут со всех сторон... Поэтому я вам отвечаю. Ну да. А, кстати, мне нет мысли о возвращении в шоу-бизнес, если мы говорим про кинематограф или съемку в рекламе? Только лишь это будет, если это будет действительно хороший продукт, а не абы что-то. То есть я могу сыграть короткую роль, но только в случае, если она будет интересна. Если она будет какая-то вот своеобразная. Если мне покажется, что я там себя вижу. Или большую. Но уже с маленькой поправкой. А будет ли у меня на это время?